В этом году выпустился первый поток студентов из Республики Узбекистан, которые проходили обучение по совместной программе с Таманганским инженерно-строительным институтом. Ребята освоили новые компетенции по направлениям автомобильного и экономического отделений. Мероприятие посетило множество почетных гостей, в том числе представители ПАО «КамАЗ», на предприятиях которого студенты проходили производственную практику. Лично вручить дипломы и поздравить ребят с успешным окончанием обучения приехала проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Екатерина Турилова. Я очень рада быть здесь сегодня. Я счастлива поздравить вас с этим одним из самых важных событий в вашей жизни. И я очень рада, что вы достойно прошли этот непростой путь и сегодня получите столь долгожданные вами дипломы. Первые выпускники по программе двойных дипломов закончили обучение по следующим направлениям подготовки: конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, наземные транспортные технологические комплексы, менеджмент. Елизавета Никитина, Универньюз.